Доброе утро. Мы готовы ехать. Вот у нас Александр стоит тут. Здравствуйте. Вот наша мамуля идет. Сейчас мы ей покажем, как у нас багажник упакован. Пускай посмотрит. Посмотри, как багажник упакован. Ладненько, все, ехаем. Не закрывайте дверь пока. Сегодня мы уезжаем в Вентспилс. Саша еще спит. Садись в машину, да, поедем. Все, мы на старте. Всем привет, с вами Саша. Сегодня мы играем. Всем привет, с вами Саша. Сегодня у нас влог, а не какая-то игра. И мы едем в Вентспилс. Что мы через 4 часа будем за 300 километров отсюда и... Ну, фотки тоже можно делать, там какие-то вещи интересные в том же Вентспилсе. Несколько лет назад построили эту дорогу на базе грунтовой дороги, положили асфальт. И у нас теперь получилась довольно быстро асфальтовая дорога. Какое-то время она петляет на протяжении километров 15-20. Итак, у нас первая незапланированная остановка. Мы приехали на Плявинскую ГЭС. Саше показываем. Ага, она находится в... И как громко трещат провода под огромным напряжением. Ага. Вот это Плявинская ГЭС, которая находится в городе Айскруп. Саша записывает свой блог. Остановку, чтобы посмотреть на Плявинскую ГЭС, которая находится в Айскруп. Не закрывай микрофон. В общем, Саша стесняется тут у нас немножко разговаривать. Ну ладно, давай, это пройдет. Давай еще раз. Теперь возвращаемся на дорогу. Проехали примерно 50 километров. Мы остановились на Circle K перекусить. Едим хот-доги. О, смотри, рюкзаки какие. Ну, он большой, сильный. Ну, так прикольно. Правда, стоит 15. Ну да. Он так стоит 40. А, он... Это не школьный рюкзак. И он большой, он взрослый. Пойдем на улицу. Вот сейчас поедем вот туда. Циклоп такой, да? Это мы подъезжаем уже к Вентспилсу. Нам осталось, наверное, километров каких-то 15. Почти. А еще я видела. И вот такой ветрячище стоит. Там еще один. Там целое поле ветряков должно, да, быть. Они есть. Вон там еще один. Правда, он что-то не крутит. Ну, он работает. Этот работает. Итак, ребята, мы... Это... Приехали в Вентспилс. Через 400 метров. Сейчас катаемся. Направо. Катаемся по городу пока что. Едем в музей под открытым... В морской музей под открытым небом. Да. Светофоры стоят. И вот эта часть поднимается, чтобы корабль пропустить. Это то. Да, это так и есть. Это
20 миллиардов миллион евро. Мы приехали в Вентспилс, в музей, в морской музей под открытым небом. Сейчас я вам покажу, с кем я приехал вместе еще раз. О, смотрите, вот они, вот они. Поздоровайтесь. И мы сейчас не знаем, куда нам идти. Ну, сейчас будем потихонечку разбираться. Ну, скажи что-нибудь. А? Мы добрались. Вот это музей, морской музей под открытым небом. Много цветов и водопадик. Очень интересно. А вот здесь есть лодочки и лодочка. Так, здесь у нас какой-то домик есть в этом музее. Посмотрим, что тут внутри. Всякие приспособы, ящики, пыточные инструменты, рубанки, фуганки. О, мои пришли. Привет. Привет. Тут печка такая старая. Какие-то самогонные аппараты хитрые. О. Музыка играет. О, прялка. Детеныш не настоящий. С игрушками. В общем, такой вот домик хитрый. Идем за мной, пилот. Я уже поснимал здесь. Так, здесь такой, можно сказать, компьютер. Ну да. Можно почитать, посмотреть. Да. А, в общем, мех. Ну, то есть. Вся информация здесь. Так, вот. Еще что. Ну, короче, всякая информация здесь. А всякий вот на этом компьютере. Как нам сказали, здесь есть какой-то паровозик. Да. Ну, мы никак не знаем. Вот мы его пытаемся найти. У нас тут есть такая большая мельница, и может быть она будет открыта. Да, там я вижу вход. Я там тоже вижу вход, но можно ли туда зайти, в этот вход? Может быть он закрыт? Да. Сейчас мы все увидим. Ну пойдем. А, там, наверное, наверх не залезешь только что. Только здесь можно будет походить по низу. Ну, пойдемте посмотрим, что там внутри. 1864 году. А, ну вот, видишь, я же говорил, сюда зайти будет нельзя. Ну да. Ага. Ну, здесь зато что у нас есть? Здесь у нас есть все те причиндалы, которые должны быть на мельнице. Закрома небольшие. Угу. Какие-то странные приспособления. Эта мельница была построена в 69 году. В каком? В 1864. В 1864. Саша побежал качаться на качелях. Да. Ставьте лайк, если хотели бы покататься на этих качелях. Поедем на паровозике. А есть место здесь? Короче, мы уже в поезде, уже поехали.
Вообще, хватит уже даже по всему. Короче, вот такой вот парк целлулоидных радостей, как я их называю. Да, мы приехали на Каунс и здесь на гору. И здесь вот. Все мне нравится. Все Саше нравится. Мы уже прошли батутик, дождь начал. Давай, Саша. Ну и что? Потом расскажешь. И меня тоже обрызгивают. Марина, педали жмут. Все равно нажимай. Александр, не нажимай синюю. Тут бассейн, да. Не говори. Кошмар. Мороженое подождем. Ну не в мороз. Расскажи что-нибудь про снег. Короче, я не представляю, вот вы когда-нибудь видели снег в июле? Я никогда не видел, ну, в Венске, все в Олимпиадском центре, ну, сейчас мы, можно сказать, под ним находимся, есть снег. Он что ли еще с этой зимы не растает? Мы продолжаем, мы приехали в Вену, вот банк Вентов. Я хочу одно сказать, мы богаты. Вента, сколько куча. Вента просто нет. Давайте посчитаем, сколько тут Вента. Так, мы уже приехали в номер. Еще раз показываю вентики. Наши. Вот. Там. Если что, еще раз говорю, мы сняли это все в Вентспилсе.
получается 100 вентов, 1 евро, 100, 2, 3 евро, 5, 8 евро, 8 плюс 5 сколько? Не буду. Я буду номер снимать дальше. Короче, 12. 13. 18 евро. Вот наш номер. Снимаем еще раз в вертикальном виде, потому что в горизонтальном получается черти что. Саша, считает деньги, тебя я уже снял, может быть свободно. Ага, вот 10 вентов вот вообще нет. Кроватка детская, ага. Шкафчик. Там душ с туалетом, холодильничек. Ну и здесь у нас такая мини-кухонька. Опять привет. Мы сейчас собираемся в планетарий сходить, если успеем. Вот такой собак. Тут со мной рядом. Большой. Вот такие вот дела. Посмотрим, что там за представление будет в планетарии. Мы поселились в номер. А вот они уже идут. Супер, вот они там где-то. Вот, так что поедем сейчас. Все, пока. Мы уже очень много где побывали в этом городе за сегодняшний день. И мы даже приехали в порт. Ну, вот корабль. Сам. И там порт. Пришли в парк аттракционов. Мама развлекается больше Саши. Осторожно! Крутите. Латвия вон там. Во. Не покрутите. Сюда не крутится. А. Мы только Африку можем посмотреть. Да, Антарктида. Ну, если залезть наверх, можно увидеть Латвию. Залезть наверх, а я тебе Латвию покажу. Не на глобус, по ступенькам. А, ну да? Канада. Вот Латвия, смотри. Покажи мне Латвию. Ага. А Латвия тут синего цвета, как будто море в нее впадает на всю Латвию. Мы уже выезжаем из Венспилса. Едем. Ой, какое небо красивое. Вот мы как раз на этот дождь сейчас и поедем. Саша, улыбайся. Мы уже в нашем доме. А это такая маленькая плита? Нифига себе, маленькая. Обычная плита. У нас такая же самая плита. Ага, у нас побольше. Мини-холодильник. Тут ничего не поместится. Только... Нам хватит. Да, и только лишь одна конфетка и все. Ой, смотрите, клубничка нас ждет. Так, тут ванная, стиралка. Есть даже стиральная машина. А сюда ничего не поместится же. Нормальная стиралка у нас такая была у нас раньше. Такая была. Давай. Вау, это моя спальня. Это твоя спальня, да? Договорились. Нет, где вы? Да, там твоя спальня, это наша. Вау. Я опять сделаю полотенце такое. Да. Ошка. О. А, как в офисе у нас. Почти такие же, да. Такие же? Ну, классно. Мне нравится. Класс. Ну, я не знаю, я проголодался, шашлык. Сейчас будем жариться. Я не знаю, шашлык как и что. Ой. Где-то он рассказывал, где-то справа. Тут аккуратно надо. У нас Саша радуется морю.
полной сандали песка, довольный, бегает. Вот мы гуляли по берегу моря, да. И пришли к Юркалу. Да. Две лестницы, можно подняться. Вот сейчас мы по одной из них, вот по этой, по беленькой, наверное, мы поднимемся. А поднялись мы вот отсюда, по этой лестнице. Та-дам! И сейчас выглянуло солнышко, красиво стало. Да, вот реально, утром всегда вот выглядывает солнышко. Саша, хочешь что-нибудь сказать? Нет. Пойдем тогда. Мы пришли наверх. Иди к маме. Смотри, нос корабля. Так. И здесь смотровая площадка на Балтику. О. Мы поднялись в корме. Ого. И вот мы плывем. Мы плывем. Повторите, я не успел включить. Ну так как я успею? Я еще не включил, вы уже прыгаете. Можно прыгать, уже все включено. Давайте. Ну, жар есть какой-то, что-то спечется. Так, решетку я эту пока в стороночку уберу, чтобы на нее номера там не наступить. Еще одна яма. О, бассейн! Итак, мы уже уезжаем из... Евкалны. И мы сейчас поедем домой в Екапилс. Мы проедем через Кудыку, потом через Салдус и... И домой. Угу. Домой. Ну да, вот мы сейчас уже закончили, да. Здесь. Собрали все вещи. Угу. Вот еще раз покажем второй этаж. Пойдем. Моя кроватушка. Вот здесь спал Саша, да. Угу. Здесь была пустая кровать. Да. Просто... Да. А там спали мы. Угу. Вот такая кровать. Окошко здесь еще открыто. Пускай останется открытым. А, вот через несколько минут мы сейчас уже будем выезжать. Все очень мне понравилось, кроватка мне понравилась, 70 сантиметров. 70 сантиметров. Поэтому комната. Да, ну вот. Вот такой вот двор у нас тут был. Ага, вот. Собака спит. На крыльце. Да, нам сегодня утром она была. Вот наша машина. Ну да, вот у нас еще багажник открыт, мы уже все собрали. Вот такой двор. Мы здесь... Тарелочку бросали, в мяч играли. Да. Отдыхали. Угу. А там за кустиками, пойдем сходим. Угу. Вот за этой вот решеткой деревянной с кустиком есть у нас еще мангал. И вот такой стол. Да. И вот здесь мы ели. Ну все, пока все. А видите, где люди ходят? Да. Давай немножко постоим, понаслаждаемся. Когда еще это увидим? Когда мы сюда пришли? Нет, вот тогда не будет. Потом лебеди все собрали, улетели, вернулись утки.